мастер бабушка Веринея. Бабушка Веринея – это потрясающий экстрасенс, народная целительница, знахарка, практикующий дипломированный психолог. И мне самому как психологу очень важно, когда мастер, который со мной сотрудничает, сам квалифицированный психолог. Вы можете звонить к нам в колл-центр и записываться на приемы ко мне, мастеру Любомиру, к Веринее. А я хочу попросить моих помощников вывести на экран видеопослание для второй серии от бабушки Веринеи. Прежде всего, нужно начинать с себя. Выйти на природу, попросить благословения. Ладошки кверху. Встать в позу берегини. Ноги стоят параллельно друг к другу. И взять контурный предмет, как мы называем. Нужно переносить центр взгляда от ближних ягод на дальние. И вы кое-что увидите. Если вы увидели, мы будем продолжать наши уроки. А если нет, конечно, вам нужно обратиться к признанному мастеру, который понимает, как включить природу целительных сил внутри себя. А сегодня с вами была я, Верина.